Дорогие друзья, я держу в руках виртуальный почтовый ящик. Это для ваших записок. Записки могут быть совершенно разные. О семейном положении и прочее. И вот тот, кто первый напишет нам хорошую записочку, вот такой маленький приз. Буклет с пожеланиями и автографами синей птицы. Итак, затачивайте карандаши. Время пошло. Мне твердят друзья, время тратишь зря, грустным непривычно видеть и меня. Но разумных слов я не слышу вновь, без тебя я не могу прожить и дня. Знаю, что в ответ ты мне скажешь нет, но попробуй сердцу прикажи. Спасибо!